Всем привет! Сегодня будем тестировать новый стиральный порошок Faberlic. У него заявлена новая формула, которая удаляет широкий спектр пятен загрязнений. Здесь есть у нас биоэнзим и липаза, которые растворяют животные жиры, кожные жиры, пот. И биоэнзим мононаза, который растворяет мороженое, йогурт и соусы. Умная формула подстраивается под любые загрязнения, любые пятна и справляется с ними. Также у порошка у нас новая гранулированная текстура. Это специально разработано для аллергиков, чтобы не было даже никакой пыли от порошка, при вдыхании которой может возникнуть аллергия. Итак, у нас сейчас большой кувшинчик с водичкой комнатной температуры. Мы будем в три емкости разливать. Вот она прям еле теплая, практически холодная, потому что порошок у нас заявлен как отстирывающий при температуре 20 градусов. У нас есть три вида порошков. Это наш новый ушастый нянь. Вот он. Будем сравнивать сейчас. И тайт. Тоже хороший порошок, да, достаточно хорошо отстирывает. Сейчас посмотрим. Причем колор насыщенный, да, вот этот цвет. Сейчас посмотрим. Так, у нас есть зеленка, которую мы будем капать в воду. Итак, мы сейчас капаем в водичку зеленку. Порошки, кстати, разрабатываются и фасуются даже в Германии германскими учеными. Они прям приходят к нам оттуда. Это важно. Так, зеленочку размешали и будем разливать ее сейчас по трем емкостям. Какая красивая. Так. Ровно. Ну, какая разница уж количество, это не суть, важно. Важно, все, да? Все важно. Ну, в принципе, случае. Ровно, да. Все ровненько. Нормально. Так, теперь с какого начнем? С ушастой давай нянь, наш последний, да? Давай ушастый нянь, да? Чем насыпать будем? Ложечку. Тут не заявлено то, что он концентрированный, поэтому его мы, наверное, побольше сейчас побольше сделаем. Конечно. Да, что не... Так, давай, чтобы видно было, что ты ушастый нянь насыпаешь, пониже ушастый опусти. Нянь. Ага. Так. Да, его точно побольше надо. Еще? Ну да, давай. Три ложки будет соизмеряться с одной ложкой нашего, нормально, да? Да? Нормально. Все, это ушастый нянь. Так, ушастый нянь. Чтобы она дальше. Потом тоже не запутаться, не забудь. Да, вот теперь так пусть стоит. Теперь тает. Насыщенный цвет. Раз. Тоже три ложечки кладем. Ну да. Он тоже не концентрирован, получается. Ага. Так. Кладем наш супер порошочек. Не видно, пониже. Пожалуйста. Ага. Покажи текстуру. Там, правда, такие гранулы интересные. Ну-ка, пониже. Ага. Во, давай. Одну ложку. Так. Здесь у нас тает. Да. Здесь наш порошок. Наш порошочек. Начинаем размешивать, да, как он в стиральной машинке крутится все, да? Да. Давайте начнем с ушастого няня, потому что мы его первые сделали. Вот начинаем его крутить. Задача, он справляется вроде как, да? Нет? Ну, чуть светлее. Светлее, да. Ну, уже видно, что от Фаберликовского посветлел гораздо сильнее. Тает вообще что-то. Катя, они должны работать. Нет, сами машинки себе. Они там стираются же ведь. Она же там болтается. Но он даже не растворяется. Вот посмотрите, даже текстура. Вот этот порошочек, он даже не растворился в воде. Посмотрите, какой осадок. Ну-ка, не болтай. О, там даже видно, вон, видите, он плавает. Он даже не растворяется. Не растворился в воде. Хотя он заявлен, то, что ушастый нянь рекомендован для стирки детского белья. Если он не растворяется в воде, соответственно, он не будет оставаться на одежде, да? И вызывается у ребенка контактный дерматит. Да. Так, тайт. Следующий, переходим к тайту. Глянь, совсем белая. Чудеса. Так, это тайт, который супер чистота, да? Мне кажется, можно уже остановить эксперимент. Вот, который супер чисто, да? Вау, как чисто там в рекламе говорят. Ну, как мы видим, что с поставленной задачей он не справился. Даже не одинаково с ушастым нянем. Ну, мне кажется, даже тайт похуже, нет? Ну, вроде одинаково. Так. Такие вот они по цвету, один пены, пены больше, да. Да, да. А тоже плавает кусками. Тоже не растворился ничего, да? Цвет проникает просто. Ну все, тут можешь не мешать. Та-да-та-та. Мы тоже помешали, да. То есть, соответственно, да? Он практически весь растворился там, да? Совсем чуть-чуть вон на дне есть. Смотрите, ну как он хорошо сработал, да? И он защищает наше с вами белье от повреждения, помогаем цветам оставаться насыщенным и ярким. То есть... Супер, да? Сами все видите. Вот результат, конечно, шок. Шок-результат. Так что вот так. Будем пробовать новые порошки. Обязательно.
Ну, давайте для чистоты эксперимента оставим на 10 минут еще все это. Ну, пусть поработают, мало ли, может быть, просто этим порошкам нужно больше времени. И через 10 минут посмотрим, может, что-то еще и изменится. Итак, прошло 10 минут, и, в принципе, ничего не изменилось, только вот тает. Мне кажется, он хуже всех справился. Да, хуже. А ушастый нянь вот чуть-чуть посветлее тает, но много пены, а здесь какая-то вот гадость плавает. Тут пены практически вообще нет. Все беленькое, чистое. Здорово. Но мы много, да, сюда целую ложку положили. Он у нас концентрированный. Но здесь по 3 ложки, простите. Поэтому сейчас будем еще пробовать на ткани, выводить зеленку с ткани. И посмотрим, что у нас получится. Начинается эксперимент на ткани. Наливаем тоже водичку комнатной температуры. Ну, не комнатной, может, градусов, да, сколько она у нас? 35? 30. Максимум 30. Еле-еле тепленькая. И сюда сейчас будем насыпать порошки. Равно. Да. Барменов. Давай, порошки. Так, первый у нас опять будет ушастый нянь. 3 ложечки. 3, конечно. На такое количество воды, мне кажется, это очень даже хорошо. Это чересчур хорошо. Да. Так, давай я поболтаю, а ты пока насыпай тайт. У нас хоть чуть-чуть растворился. Это не полная ложка. Сыпанула. Да потому что ложку сломала. Ну и правильно. Так, давай я помешаю, насыпай пока. Знаешь, порошок. Ну что, одну ложечку? Конечно. Вот обратите внимание сразу, насколько как он растворяется. Да. Видишь, сразу он идет. Прозрачная жидкость такая же прозрачная, и он растворяется. Да, по сравнению с этими тремя, очень, конечно. Очень приятный аромат, кстати. Ну-ка. Да, да, пахнет. И, кстати, еле уловимый. Прям еле-еле уловимый. Это для многих важно. Так, теперь берем зеленку, капаем на ткань. На три тряпочки. Пипеточкой. Так. От души. Во. Нормуль? Конечно. Вот она уже расползлась, впиталась. Будем, да, окунать ее в эти растворы. Так, давай, давай первый ушастый нянь. Давай. Так. Ну, помокнет пускай, да? Не давай пускай вторую пускай. Давай. Не, не работает сейчас, конечно. Так. Практически нет пены. Вот и нету, в принципе, никаких частиц. Здесь пена у нас, да, нет, да? Да. Прозрачная вода, без осадка, без всякого. Ну, сейчас мы минут на 5 хотя бы оставим, да? Угу. И посмотрим, что у нас по результату. Так, в принципе, видно, что тут пятно на месте пока. А здесь? Там тоже. Не вижу. Нет. А, нет, вот она, она, да, да, вон она. С той стороны на месте пятно. Вон она, вот она. В общем, даже вообще так, пятно. А здесь наше пятно. Здесь уже вот такое светленькое. Глянь, правда, уже. Да, светлое совсем практически. И водичка-то светлая. Ну все, сейчас минут 5 постоим. Вот прошло 5 минут, мы как бы уже в шоке тут такие. Нет, все ну стоим. Давайте начнем. Ну давай начнем с другой, да, ушастый нянь. Вот. Аккуратненько. Ну, видно, да. Вот пятно. Во-первых, тут надо обратить внимание, то, что... Окрасилась ткань. И ткань окрасилась. И посмотрите, порошок, порошок, он даже на ткани остался, да. Соответственно, если порошок, ага, порошок будет... Ой, цвет будет черное белье, то, соответственно, разводы будут жутчайшие просто. Да. Так давай что дальше. Данный порошок с поставленной задачей справился. Никак. Как линяник. Вот этот, по-моему, тает еще хуже. Держи. Тогда не идем к вам. Тоже тряпка вообще голубая стала. Еще хуже. Тает хуже ушастого да. Не представляете? Ага. Так. Вот он. Это шок. Потому что, по-моему, там нет и следа от пятна. Только твои синие перчатки сейчас могут все красить. Вот сюда поближе. Все. Та-дам. Вот так. Лучше, чем новое стало было. Да, зеленку трудно отстирать, а тут как бы 2 минуты, наверное, через 2 минуты уже пятна не было, и все. Так что вот так. Даже сейчас можем вот так вот разложить, да, тряпочки? Угу. Ты ж потом посмотри.
О. Ну вот, вы сами видите результат. Эти порошки уже сколько стоят, так и не растворились. Тайд вообще, девчонки, даже не берите и не думайте в его сторону никогда. Ну вот, практически прозрачная водичка от нового порошка Faberlic. Так что я не знаю, как вы, я буду брать однозначно, потому что это прям шок. Лучше 100 раз проверить на себе, чем поверить мнению кого-либо. Поэтому берите, тестируйте, проверяйте, делитесь своими отзывами. Ну и напоследок еще один фокус с настоящей тысячей. Да, видите, она настоящая, все. Сейчас мы на нее будем капать зеленкой. В эту же воду даже менять не будем. Мы окунем ее и посмотрим, что будет. Давай, Катерина. Помазали. Ага, все, сейчас чуть впитается в бумагу. Так, ну и окунаем, как нам удобно, в такой маленький кувшинчик-то, вот так, да? Опа, смотрите. Что, помешать немножко? Нет, не надо. Помешали чуть-чуть уже, смотрите, практически все. Сейчас подождем пару минуток, да? Угу. Ну вот уже минута прошла, смотрите, почти все. Угу. Сейчас еще подождем, нам нужна хорошая тысяча. А, кстати, порошок теперь при коротких циклах стирки отстирывает и при 20 градусах. Это очень, кстати, важно, потому что иногда нет времени долго стирать. И даже если ставим на быструю стирку, все равно он справляется и в холодной воде. Ну вот у нас сейчас холодная, как бы. Ну всё. Вот, все. Маленький след пока еще есть. Но это учитывая то, что мы не мешали. И то, что у нас просто старая вода. Ничего не делали с ней. С бумаги, да, с тысячи, видите? Все. Все. Сейчас она высохнет, и все да. Хорошо. Хоп-хоп-хоп. И пойдем с другой стирать. На других порошках мы пробовать не будем, так как они не справились и да, с бумагой, и очень нет. Жалко деньги, да. Поэтому вот, видите да. Сами. Супер. И, кстати, после порошка Faberlic ее примет и любой банкомат, и терминал. Не возникнет никаких проблем, потому что если деньги обычно бывает, знаете, в кармане постираешь с обычным порошком, то уже не принимают. У меня была такая ситуация, чуть не забрали в органы. Вот. А порошок Faberlic, кажется, не делает таких хуже. Лучше. Она стала, да, свежее. Надо было всю замочить. Так что такие чудеса. Пробуйте, тестируйте, берите. Порошок, конечно, вообще произвел сегодня шок-результат.